Добрый день. Получили корм от шиншилки. Проплан. Будем тестировать. Данный корм – это сочетание хрустящих крокетов и мягких кусочков. Основным ингредиентом данного корма является говядина. Данный корм обеспечивает сохранение зубов у вашего питомца и улучшение работы пищеварительной системы. Посмотрим на корм. Вот такие кусочки светлые и крокеты темно-коричневые. Нашей собачке понравился. С удовольствием кушает. Вот такая есть застежка, чтобы корм можно было хранить подольше. И срок годности проверяем. До мая 2021 года. В пачке 700 грамм. Спасибо, шиншилки.